Всем привет! С вами канал Art Mania. И у нас в Отрадном зима. Приехали мы в гости к родителям. Здесь уже снежок. Как красиво травка торчит из снега. Ёлочка какая, смотрите, красивая. Такая кривая какая-то. Ее рисовать можно. А там воробушки кушают. Здесь вот необычные тарелочки такие в виде листочка. Немножко золотые кончик. Очень красивые тарелочки. Здесь вот вазочки красивые. Вот тут вообще золотая, позолоченная. Очень красивая, красиво сделанная. Лошадки красивые. Здесь сладости. Внизу там какой-нибудь попкорн или что-нибудь, а сверху вот игрушка, заколка, машинка. Всего 115-137 рублей стоит. Интересные такие детские продукты. Разнообразные, и видишь игрушку сразу. Здесь вот конфеты появились в таких коробочках необычных. 200 грамм, 177 рублей. Такие необычные. И такие же вот золотые. Такой необычный мир двигается, мир вперед идет. Конфеты жемчужина. Здесь у нас набор мебели, коллекция темно-коричневого цвета, довольно симпатичная. Сделана в России. Ну, темно-коричневый немножко все-таки темноватый. Хотелось бы посветлее и довольно дешево, то есть 520-650. Летела я совсем. И тысяча, что ли, где-то. А здесь у нас каши, разнообразие каш разных, целые коллекции огромные.
Вот здесь вот отсюда у нас недавно был обзор с вами. Хлопья пшеничные. Большое-большое разнообразие. Иди, иди. Идем мы из магазина с сумками. Все, сейчас кто-нибудь увидит. Идем. Из магазина идем, сумки несем. Ну тогда у меня точно дырки не будет. Ой.